В Китае задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся торговлей детьми. Акушеры, нелегально принимавшие роды, продавали новорожденных бездетным. Под родильный зал был переоборудован подвал завода в пригороде Шаньдун. Сюда съезжали женщины из разных регионов Китая. Больше всего полицейских шокировало то, что новорожденных преступники держали в морге и кормили остатками пищи. За каждого младенца им удавалось выручить до 11 тысяч долларов. Полиция арестовала более сотни подозреваемых. На тот момент они удерживали 37 младенцев. Как родитель, у меня сердце разрывается от того, что они творили. Изверги-преступники должны быть наказаны. Также надо призвать к ответственности матерей кукушек, выставлявших на торги собственных детей.